В Сургуте открыт единственный в Югре женский монастырь в честь иконы Божьей Матери Умиления. Здесь горит молитвенная свеча веры и звучит неусыпная молитва. Монастырь находится на стадии становления и строительства. И каждый из нас может внести свою посильную лепту. Сургутский женский монастырь расположен по адресу улица Крылова, 18, телефон 95 03 55.